Привет! В последнее время очень популярно все упражнения делать по золотому стандарту, так называемому. Делают отжимания, подтягивания, другие упражнения в хорошей форме, там без всяких раскачек, без читинга. И вот я подсмотрел у нашего с вами знакомого Ромы на его канале, как он поднимает ноги к перекладине по золотому стандарту. Мне это очень даже понравилось. Я решил повторить, посмотреть, что получится. Не тренировался. Вот вы видите, как я сейчас это делаю. Ощущения интересные были. Хочу рассказать, поделиться немножко. Делал до 15-17 раза очень спокойно, без проблем. И вдруг на 19-м все просто как обрубилось. Вернее, на 20-м. Силы кончились. Я не дотянул ноги до перекладины, пришлось остановиться, отдохнуть немножко. И после этого сделал 21-й. И все, больше не смог. Такое у меня было, наверное, впервые при исполнении упражнений. Ну что ж, я думаю, если немножко потренироваться, то раз 30 сделать можно будет. Ну, думаю, если понравился, ставьте лайки. Нет? Как всегда, ставьте все равно. Ха-ха-ха. Ну ладно, счастливо, до следующих встреч. Пока.